Всем привет! Вы на семейном канале «Житейские будни». Я вам покажу еще один способ, как можно посолить огурчики. Очень просто, даже проще, чем тот способ. Одним, кажется, махом, одним разом закрыли и забыли. Но, конечно же, то же самое его нужно будет убрать сразу же в холодное помещение. Нам для этого понадобится горчичный порошок, 3 столовые ложки соли, естественно, родниковая или колодезная вода, 3-литровая банка, зелень укропа, чеснок, смородиновый лист, веточка тархуна, листочки черешни и лист хрена. На дно баночки укладываем зелень. Значит, укладываем черешневый листочек, листочек хрена, лист смородины, веточка укропа, 3 зубчика чеснока, да, про чеснок не сказала, 6 голов чеснока, 6 зубчиков чеснока. 3 зубчика сейчас пополам, вот так разрезав, туда положим. И заправляем огурчиками. Совершенно не целесообразно, как вы будете их укладывать, стоя или лежа. Это кому как нравится. Заполняем доверху банку. Итак, полбаночки огурцами набили. Кладем веточку тархун, листик черешни, листик смородины черный, укропчик, чесночок, 3 зубчика пополам порезав, листик хрена и продолжаем заполнять огурчиками. Вот такой у нас дождь сильнейший, очень сильный. Ну вот, заполнили мы и эту баночку, и точно так же всю зелень оставшуюся, которая у нас тут остался, укропчик в основном, тархун, листик черешни, листик хрена, укропчик. Ну вот, вот такая закладочка. Теперь сюда заливка пойдет. Заливка такая. Значит, вода, 2 столовые ложки горчичного порошка. У меня с горкой, я чуть-чуть поменьше положу.
Так, без горки. Без горки 2 столовые ложки горчичного порошка. И 3 без горки столовые ложки соли. Раз, два, ну что, она не берется. 3. Соль не мелкая и не крупная, среднего помола такая вот. Я люблю такую солить. Все, вот этот вот состав мы размешиваем. Получается вот такая вот коричневая жидкость. Хорошо размешиваем и заливаем вот в эту баночку. Водички мне сюда не хватило. Никаких больше я ни горчицу, ничего не добавляю. Прямо в этот же кувшинчик я налила просто воды. Он такой мутный от горчицы. Там то, что остатки оставались. И вот доливаем до конца, до верха. Просто уже водой. Все, ни соли, ни горчицы больше туда добавлять не нужно. Вот так вот. Прям даже запенилось как-то. Сразу. Но это не страшно. Вот. Теперь мы это закрываем обычной пластиковой крышкой. И вот в таком виде, вот в таком виде отправляем сразу в холодное помещение. Ну, либо в подвал, либо в холодильник, кого как. То, что он такой мутный, это из-за горчицы. Ничего страшного в этом нет. Горчичка, она со временем вся осядет на дно. Пройдет процесс ферментации, и рассол будет прозрачный. Вот. Вот в таком виде уже к Новому году, зимой, можно будет уже употреблять эти огурчики. И в первом, и вторым, во втором способе вы получите вот такие вкусные, ароматные огурчики к своему столу. Да с картошечкой отварной, с укропчиком. Прям самое оно. Не бойтесь, пробуйте, готовьте. Приятного аппетита!